Эта песня тоже новая, записана уже, наверное, будет. Она про то, что свое будущее нужно создавать самому, и про то, что не нужно поддаваться каким-то рамкам и всему вот этому. И не унывать. Да. Если что-то про то не останавливайся. Создай свое будущее сам и не слушай никого. Эй, пожалуйста, ну мам, я еще не дописал. Я буду музыкантом, но каким инженером? Я буду писать, и я буду зарабатывать, и будет все круто. Папа, может, хватит меня отвлекать? Бывают трудности. Они мешают, но создавать свое будущее надо самому. Вообще-то люди не нравятся, но мои друзья это не касается. Но мои друзья это не касается, потому что они все время улыбаются, и у них все всегда получается. Ну или не получается, мои кенты. Все мои друзья не дают и гордятся, и становятся чуть веселей. Попрошу я батюшку, пусть помолится за моих друзей, за моих друзей, за моих друзей, за моих друзей. У меня настроение отличное, ведь друзья мои люди приличные, ведь друзья мои люди приличные, а приличные люди торчат. Маяковский сидел на наркотиках, Достоевский сидел на наркотиках, Мопассан сидел на наркотиках, и я приколол с винтом. Все мои друзья нюхают и борются, и становится чуть веселей. Попрошу я батюшку, пусть помолится за моих друзей, за моих друзей, за моих друзей, за моих друзей. Все мои друзья нюхают и колются, им становится чуть веселей. Попрошу я батюшку, пусть помолится за моих друзей, за моих друзей. Все мои друзья нюхают и колются, им становится чуть веселей. Попрошу я батюшку, пусть помолится за моих друзей, за моих друзей, за моих друзей, за моих друзей.